Всем доброе хорезмское утро. Сегодня 6 октября 2024 года. Воскресенье. В комментариях писали, чтобы я показал 6-й микрорайон в городе Ургенче. Точнее, как выглядит сегодня 6-й микрорайон. Вот 6-й микрорайон начинается отсюда. Вот. Вот как выглядит дом номер 1. Так, это какой дом? Номер я не знаю, конечно.
Так, это у нас какой дом? Номера нету здесь, не написано. А вот это точно знаю, что первый дом. Так, едем дальше. Едем дальше. Раньше вот этого здания здесь не было. А, этот дом раньше был общежитием. Вот сейчас он как выглядит. Это тоже какая-то новая постройка. Так, это у нас третий дом, по-моему. Подписчик писал, чтобы я показал Лургенчи, 6-й микрорайон, но не помню, какой он дом говорил. Поэтому вот прогуляюсь здесь. Может, он найдет свой дом. Я уже не помню номер дома, который он писал. Вот так вот. Вот это, по-моему, детский садик с задней стороны. Сейчас покажу спереди тоже. Так, пойду вот так вот дальше. Вот это какой дом, я не знаю точно.
А это какой дом? Так, этот дом, скорее всего, четвертый должно быть. С утра вот подметают, убирают. Молодцы. Потому что листья падают. Осень наступает у нас в Ургенче. Так, номер дома нету, нигде не написано. Сегодня воскресенье, поэтому народов мало. Все отдыхают. Так, это тоже новая постройка, по-моему. Новостройка. Раньше этого не было здесь. А вот старый дом. С левой стороны вот девятиэтажки. И здесь какое-то новое здание начали строить. Так, вот это вот написано, что восьмой дом. И вот такой большой двор здесь. Вот детский садик.
Так, пойду вот так вот. Так, вот это какой дом был? Номеров нету здесь. Так, раньше здесь было ветеринарное. Вообще-то, раньше здесь был старый город Чанакала. Вот это была центральная дорога. Вот это вот раньше была центральная дорога. С левой стороны был вот этот вот 6-й микрорайон. Здесь раньше был старый город. Точнее, Чанакала. А здесь был ворота парка. Вот теннисный корт. Правда, я тоже здесь давно не был. Смотрю, вот с теннисным кортом что-то натворили вот. А здесь футбольную площадку построили. Ну и как вам видео?
Вот слева от меня раньше здесь был теннисный корт. Здесь что-то начали строить. Стройка идет большая. Вот это самый длинный дом. Может, при монтаже напишу я номера домов. Так, значит, пойду вот так вот. Так, с левой стороны, вот, с меня, был раньше здесь мастерской по ремонту телевизоров, бытовой техники. А, вон написано. Тут, по-моему, мастер один был. Зовут его Разим, по-моему, был. Разим Аке. Мастерской, по-моему, назывался Светлана. Да, точно. Вот его мастерская. Вот его мастерская. Думаю, летом здесь прохладно было, потому что столько зелени здесь, высокие деревья. Вот. Так, еще где надо будет снимать?
еще какой дом остался тут. А, вот этот дом. Спереди надо будет снять. Хорошо, поеду туда тогда. Вот российские номера. Так лучше пешком пойду. Может, кто-то из вас уже нашел свой дом, где раньше он жил. Да, здесь тоже последний дом, по-моему, вот этот вот. Или как сказать, со стороны парка первый дом. Так, теперь вот с правой стороны от меня девятиэтажные дома. Вот как они выглядят. Так, вот здесь что-то интересное я нашел. Если что, вот номера, можете заказать вот такие вот интересные вещи. Скульптор, по-моему, здесь живет и дома работает. Так, про какой дом я забыл? Пишите в комментариях.
Может, я забыл кое-какие дома здесь. Сейчас еще вот так вот проеду на велосипеде. Вот такое утро воскресне, Ульгенчик. Так, время-то сколько сейчас? Сейчас на часы я посмотрю. Так, время. Ну, без 12:09. Так, вот это вот швейная фабрика. Вот новые дома. Раньше здесь, по-моему, гаражи были. Вот здесь вот. Мужик вышел, поздоровался и смотрит вот до сих пор на меня. То, что я на камеру снимаю, ему интересно стало. Хотел вопросы задать, но он не успел, думаю, спросить, почему я снимаю. Так вот, справа от меня ателье Мехрибан, а впереди магазин Колобок. Так, по-моему, на этом доме или в другом доме. Раньше на крыше был солнечные батареи. Это еще при СССР монтировали солнечные батареи для отопления этого дома, по-моему.
правда, сейчас. А, вон видно, да, вот он. Вот этот вот. Вон видно на крыше. Остатки от этих панелей вон видно на крыше. Так, думаю. Никакой дом я не забыл, по-моему. Все я снял. Если что, пишите в комментариях. Вот слева от меня архив. Вот он. И здесь мастер по ремонту бытовой техники. Так, на этом месте я заканчиваю свое видео. Ставьте лайки. Спасибо вам за просмотр, конечно. До следующего видео. Пока.